Наш постоянный телезритель Григорий прислал в редакцию видео с последствиями ДТП на проспекте Мира, произошедшее накануне вечером. В столкновении участвовали две «Тойоты» – «Королла» и «Чайзер». Автор ролика предположил, что машины совершали разворот или кто-то хотел повернуть во дворы, не пропустив встречный транспорт. На место прибыли автомобили МЧС и скорой помощи, но, к счастью, в аварии никто не пострадал. Кстати, на этом перекрестке машины бьются регулярно, так что городским властям и дорожным инспекторам стоит подумать, как этот участок дороги сделать безопасным.